Думаю, ГП давали, когда он в Киев вернулся. Вроде, сколько я помню, вроде 3К. А чё вы Винар 4 въебали? А, вспомнил, вспомнил, вспомнил. Напомни, как тачите резку? Во тьме вроде бы там перед луча, после луча идешь. Потом останавливаешься, когда он просветил, ждешь следующей точки сферы и идешь опять за ней. Можно убегать, можно догонять, какая разница. Ну я просто догонял обычно. В свете я уже вообще давно не... Да я и в тьме не хочу. Ладно, мне во тьме или в свету? Пока не попробуем, не узнаем. Ну да, я заодно посмотрю, как вы тут танчите первый раз, а потом уже буду танчить. Кто тьму танчит? Будет, кто тьму танчит? Там еще завтра резко есть. Какие там шаманы запас ловят. У меня ретрик, мы ходили как-то в целка, если ты не забыл, у меня такой себе ретрик. Тоже страшненький. Могу сейчас завтра пойти. Я могу завтра. Или давай ролл с ним кинем. Мне кажется, это Пчелкин. Пчелкин. У нас два халепа, Пипопал и я, Пчелкин. Или Роу кинем, или я просто уступлю, не знаю, как хочешь делать. Завтра приду. То есть завтра условно. Пусть Маша хилит. Не Маша, а обманщики. Когда-то была Машей, я помню. Да-да, я бы после сумонился, если бы мне сум пришел. Не трать мое время, ничтожество. Не трать мое время, ничтожество. Гуляю. Чё, шманов нет, Лема? Бузер. О.
А куда Пчелкина? Она же Ардру под пятый слот. Нет, вот. Ладно. Нет. А в смысле, чего я должен был подыхать? А может все-таки в 6 хилов, чтобы не сыкотно было? А. А чё, куда Алиса прибежала? Нормально всё? Там Саммер спросил в чате, то, что ему нужны запы, а в этом рейде по запу он ничего не выигрывает по приору, и он хочет завтра сходить. Какой Саня? Саммер. Саня. Не, он тут. В смысле, ну завтра сходить в РС-ку, завтра же еще рейд стоит на РС-ку. Кто такой Саня? Саня. Он лысый. А у тебя Саня только лысые были? Да. Саня, видимо, с рождения должен быть лысый. У меня, кстати, лысая родилась.
Если что, до этого один кинул, сейчас снял. Красен, ты в Дискорде? Что царь в рейд не ходит? У меня вопрос, меня тут вообще кто-то помнит? Не, в смысле, он ходил вчера, позавчера. Сегодня что-то не пошел. Наверное, ты пришла, а он не пошел. Сори. Меня все боятся. Лучше страх сердца людей. Вы, наверное, там радовались. Ура, и наконец-то этого нуба-танка нету. Нормальные танки затачили. Да нет, просто человек спекнулся в танка и все. И тут я такая пришла, и вы такие, блин, то есть потеря была незначительная. Ну это меньше, чем они. Согласитесь. Это кто? Кто из РДД топ-1 по ДПСу? Виби или Джованни? А, или Чулан. Игнар. Чулан. Чулан, точно. Да, ёпта, я, конечно. Не, не ты. Вообще-то Джованни. Ок. Вообще-то Игнар. Элрей, ты врун. На тебе пристабав есть. Там что-то про меня, да? Я пидор. Как бы все по факту. И дотер, и пидор. Как бы Ума Турман тебя рассекретили. Я бы в доте не играл на его месте. Выдергивает. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Смерть. Ты присоединишься к своим друзьям. Эту Сбрича, ой, я знаю, как там танчить, я знаю, как там танчить, да. Это мне танчила на замене была.
выбрать человека. По приору без ГП чел, то вообще о чем? Ну, типа, по приору без ГП он сходит во все рейды, у него ГП не уменьшится, он заберет все печенье. Типа вы говорите, Ума Тума спекнет с БДК, я так уберу, идите. Так по одной печеньке, что рейды забирают, как он себя заберет? А чё, Лан, АФК? А, конечно, сейчас. Я вот релогаюсь и вижу, как мобы слева подошли к боссу и ушли обратно. Вы же их сагрите 100% при трае сейчас. Чё вы их не убили? Я хотел рыбу. И вина, раздвигай ноги. Нет, такой не надо. Он уже отвернул. Какой я дух, короче, здоровый, я же сказал, что я в ДЦ. Я, короче, вернулась в гильдию, у меня, короче, подсознательно херня то, что я съехала на другую хату, почему? Это, слышишь, ты зайди в Дискорд, там, Сакса найдите, перетащите его в канал. То ты бомжатский, он 5 на 10 минут. Я? Дайте на 30. Тык. Рыбы, дети. Пельмешек, а почему ты танчишь с одноручками? А я поставил уже. Потому что ты меня уже бесишь, я тебя опять сейчас ЧС кину, если ты не отвалишь от меня. Танчи как тебе угодно, ты заебал уже флудить. Бесишь уже. Я просто спросила, лол.
конечно, очень просто. Цирк приехал. Освободите центр для хилов. В смысле, как нельзя забагать Войд, нельзя. Войд, босс иначе и выйдется, понимаешь, в чем прикол? Нельзя его завести в текстуры. Подумайте. Хорош. Если случайно его соберу, может, Веру? Иначе он умер. Ой, да, захилите хапалы. Видал две копии рядом. О, это можно гайд по тому, как стоять между иллюзиями? Без Гера. Как это могло произойти? Я пока не могу использовать эту способность. Мне скрещ не дают. Палача в ДД или в хиле остаться?
лача шамана в ДД или в хиле остаться. Папе, там касочку накиньте, блин. Эвер, или Мешка еще не подошел? Мешка нет, да. Я спрятался, подождите. Войт, Лемов, раскидай по группам, чтобы Тремор на всех работал. Тремор. Трепет вот это. У нас так, шаман в каждый пэт. Стоял 5 секунд, так и стоял, я хз. А рыба была вообще? Перед болтаром была. Слуги, обратите их в пепел.
Я дала не сыпку, мальчика. Короче, без рыбы, без фласки, шипспская басал. Пошел в жопу на бабе, я была вышся по ДПС, мне похуй, что ты без баф. Рубиновое святилище пало. Че это ебаное? Ну да. Вот я прослушал первый, второй, в свет выходит. Я могу, если у меня отобразится метка. Я просто не хилил еще шаманом. Ну, кач, она просто может отобразиться, а может не. У тебя хилбот? Нормально. Да я думаю, нормально. МП5 обновите по местам. Войд, давай я зайду на второй фазе вместе со всеми во тьму, а на третьей выйду. Да, окей. Чего еще раз? Я тут остаюсь, да? Да. Да. Я в свету остаюсь, пчелки. Говорим. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Там выпала честь узреть начало эры разрушения. Фаску по шаманам дайте. Я дам. Мамо.
тему под боссов поставьте. Элики, ну вы прям под боссом стоите, там будет метеор, мы хрен успеем перебежать. Отодвиньтесь вы на пару-то шагов назад-то. Рэй. Пост может. Метка в рейде. Метеор. Перебежали. Процентов. Все, 40. Нормально. Метеор. Побежали. Пчелкин вынеси. Челан. Ретрик. Метеор перебежали. Стоп. Бузер. Вынеси метку, бузер. Метеор. Перебежали, метеор. Далин.
Бузер вынеси. Все. Дела. Хуй ты. Разлили прям под этой. ГЦ, две чинишки. Тут ничего не скажешь. Ну чё, выпала чешка твоя? Да. А тебе её не отдадут? Газ. Не-не, вроде чешки там не было. Да, я бы на месте Лрея обиделся сейчас. Элрей, брат, все в порядке, все нормально, я с тобой. Я в лужу зашла. Элрей, по-моему, это скрин форум бан. Все, долго царя бьет. Так там этот, Юка, топ-1, да. Ну там куда такое сложно сдать? Ни хрена. Не уходи, не уходи, Фелшу сейчас ЕП дадут. Я сейчас кину ЕП. Ты еще Войд? Да, я дал всем уже. Ну если ему дали права, вы чё? Потому что кто-то не выходит из гильдии, вот им дают права. Чё, ссылка именно в 30 минут?